Вот и закончились выпускные единые государственные экзамены в школах. Примечательно, что в этом году среди выпускников, сдавших экзамены на отлично и золотую медаль, оказалось сравнительно больше, чем в прошлом году – 23 медалистов из 14 общеобразовательных учреждений района. Сегодня в зале заседаний районной администрации состоялась церемония вручения золотых медалей отличившимся выпускникам. На церемонии приняли участие первый заместитель главы администрации Хасавюртовского района Багавдин Мамаев, замглавы администрации Вахид Касимов, начальник районного управления образования Крымсултан Кабардиев и главный специалист районного управления образования Айвар Мамедов. Ну а медалисты пришли с родителями, учителями, присутствовали и директора школ. Дорогие наши выпускники, поздравляю вас от лица главы района Чамлат Шапиевича Салавова. Хочу пожелать вам дальнейших успехов в новом этапе вашей жизни. Вы переходите в новый этап, более взрослый, более ответственный. Позвольте также поблагодарить ваших учителей, которые на протяжении 11 лет вкладывали вам все свои знания, сердцем, душу, любовь. Также ваших родителей за их заботу, за их переживания. Уверяю вас, новый этап в вашей жизни, он более ответственный. Поэтому надо подойти к этому новому этапу своей жизни уверенно, так же красиво, как вы завершили первый этап, это 11 лет в школе. Еще раз поздравляю вас всех, дальнейших вам успехов, оставайтесь всегда такими же красивыми, жизнерадостными, улыбчивыми. И после завершения, когда вы поступите в вузы, знаете, что район всегда ждет вас, новые силы, новые знания. Мы вас ждем уже с дипломами, чтобы в дальнейшем вы приняли участие в работе нашего района. Еще раз поздравляю вас всех. Я тоже, уважаемые, всей души хочу поздравить всех вас, пожелать вам всего самого хорошего. Вот и позади самое трудное испытание. Экзамен, как вы знаете, это... Если дословно привести, это испытание. Вы достойно прошли это испытание. Я хочу вам пожелать точно так же, чтобы все остальные испытания точно так же, с такой же легкостью все прошли. Я хочу вам пожелать, чтобы вы, все ваши надежды, все ваши мечты, вы точно так же, как эти наши медали, как вы получили, точно так же их, вы с достоинством все прошли. Многие из вас, ваши учителя, ваши родители, вы оправдали их надежды. Вас всех еще раз поздравляю. Мы с удовольствием принимаем участие в этой встрече и очень рад видеть всех наших медалистов сегодня здесь у нас в администрации муниципального района. Вы знаете, вот 23 выпускника у нас в этом году учебный год завершили золотой медалью. Вы прошли долгий, изнурительный путь. Вот сейчас начальник управления образования сказал, так же легко, чтобы они вузы заканчивали. Легко золотую медаль не получают. Это был очень тяжелый труд. Тяжелый труд не только вас, выпускников, но и ваших родителей, которые неустанно следили за тем, чтобы вы лишний раз, значит, не выходили на улицу, занимались. Наверное, с возрастом и к вам проходило понимание, что, хотя, вы знаете, лучше быть первым, чем постоянно слышать упреки, нарекания учителей, да? И вам это удалось. Вы были лучшими в продолжении всех 11 лет в этой школе. Вы доказали не только себе, но и всем, что лучше всех. Вы самые известные сегодня в селе, вы самые выдающиеся в этом селе выпускники. Ведь у нас есть школы, где нет ни одного выпускника с золотой медалью. Вот представляете, есть поселение, где нет ни одного выпускника с золотой медалью. А вот здесь сидят 23 гиганта. 23 выпускника, у которых есть право выбора вуза. Вы можете послать свои документы в любые вузы страны. И вы получите со всех вузов приглашение учиться именно в их вузе. В этом и есть преимущество ЕГЭ, хотя многие его ругают, да?
Там есть, конечно, какие-то недостатки, но преимущество, вот одно из преимуществ. Сельский парень, сельская девочка раньше помышлять не могла поступить в престижный вуз страны. А сегодня, пожалуйста, вот вам мои результаты, будьте добры. И вот наш первый заместитель, мой коллега Балаудин Гаджимурадович, сказал, что пожелал вам удачи во взрослой жизни. На самом деле, вуз это уже не школа, да. Там тоже сильные будут студенты. Но вы за привычку взяли хорошо учиться, вы уже плохо учиться не сможете. Самое главное, чтобы в вузе не потерять. Вот уже родительского контроля нет, да? Но там нужен самоконтроль. Рядом должны быть настоящие друзья. Те, которые хотят учиться, знают, зачем они пришли в этот вуз, в этот город. Вот. И хотим, чтобы у вас настоящие были друзья, и чтобы вот тот тонус, который вы задали, получению знаний, его в вузе не теряли. Поздравляю вас от души. Ваших родителей, которые наполовину этой золотой медали, это им надо вешать эту медаль. Они ее заслужили. Удачи вам, здоровья вам. Ждем вас грамотными, конкурентоспособными специалистами после вузов в нашем процветающем Хасавитовском родном для вас районе. Настала и самая волнительная минута – вручение золотых медалей. Аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении вручается ученице Аксайской школы номер 1 Абдуллаевой Зайнаб Гаджиевне. Фотографию. Внимание. Аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении вручается ученику, выпускнику Бамбатютовской школы Сатаеву Беслану Алхазуру. Вот так. Аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении вручается выпускнице Батаютовской школы Аджиевой Аиде Шамсуддиновне. Аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении вручается выпускнику гимназии культуры мира имени Ади Султанова села Нурадилова Баймуратову Алихану Арслановичу. Аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении вручается выпускнице Чичалинской школы Галбацовой Разият Галбацовне. Аттестат с отличием и медаль за особый успех в учении вручается выпускнице Чичалинской школы Зубаировой Марьям Дибировне. Вручается выпускнику Ичичелинской школы Кудуеву Шамилю Калимовичу. Кстати, из одной простой семьи третий медалист. Умница, ребята. Три медалиста Ичичелинской школы. Аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении вручается выпускнику Кокрекской школы Магомедову Гаджи Магомеду Абдулкасимовичу. С отличием и медаль за особый успех в учении вручается выпускнице Кокрекской школы Юнусовой Сианат Илясовне.
обучении вручается выпускнице Кастекской школы Казаватая Асият Рашидовна. Успех и обучение вручается выпускнице Кастекской школы Такаевой Марьян Айнудиновне. Аттестат с отличием и медаль за особый успех и обучение вручается выпускнику Курушской школы номер 1 Гаджибалаеву Марату Хильбековичу. Особый успех обучения вручается Абдулхамидову Махмуду Шахру Рамазановичу, выпускнику Муцаловской школы номер 2. Аттестат с отличием и медаль за особый успех и обучение вручается выпускнице Османютовской школы Гойтемировой Марфе Адамовне. Один комментарий. Марфа не только медалистка, но и призер, двукратный призер Республиканской олимпиады школьников. Аттестат с отличием и медаль за особый успех в учении вручается выпускнице Сивурской школы Магомедовой Майсарат Джамбулаховне. Аттестат с отличием и медаль за особый успех в учении вручается выпускнице Сивурской школы Магомедовой Патимат Ахметбековне. И медаль за особый успех в учении вручается выпускнице Советской школы Магомедовой Заире Абдурахмановой. Особый успех в учении вручается выпускнице школы станции Карланюк Лабазановой Задай Сайпудиновне. Прям в школьной форме, как первый класс, да? Аттестат с отличием и медаль за особый успех в учении вручается выпускнице школы станции Карланюк Карасаевой Камиле Унлубивне. Аттестат с отличием и медаль за особый успех в учении вручается выпускнику Тукитинской школы Пахрудинову Исе Гасановичу. Аттестат с отличием и медаль за особый успех в учении вручается выпускнице Тукитинской школы Зулкипливой Меседо Мурадовне. И медаль за особые успехи в учении вручается выпускнику Хамавюртовской школы Митигову Абдурахману Мусаевичу. Медаль.
Аттестат с отличием и медаль за особые успехи в учении вручается выпускнице Хамавюртовской школы Байсунгуровой Айбике Залимхановне. Смотрите сюда, внимание. Позвольте еще раз вас поздравить, дорогие наши выпускники. Вам трудолюбие, терпение, чтобы с такими же успехами вы закончили наши вузы. Ждем вас, надеемся на вас. Вы наше будущее. Мы также от всего сердца поздравляем всех выпускников, сдавших экзамены с отличием и получивших золотые медали. Желаем им успехов, удачи при поступлении и учебе в вузах.